Приятного аппетита, сынок. Приехали девочки в Шадринск и зашли в пельменную. Вкусные пельмешки тебе здесь понравились? Ой. Евонька лежит. Мама. Что? Они не горячие? Ты в сметанку макаешь? Сметанка у тебя, да? Вкусненько? Молодец. Кушай, кушай давай. Дай ему, вытри ему салфеточкой. Давай, у него сметана течет. Ну, папка размазал. Молодец, ребенок. Это ты положил бы, пока сюда пусть остывало. Это хлеб, кажется, я мало взял. Ну, ты взял по два кусочка. Марина, тебе надо хлеба? Надо? Давай еще хлеба возьму. Так, это надо убрать, да? Убираем новые сосочки. Для Евочки вот такие вот у нас 6 месяцев. А это тебе, да, тетя сказала, тут дырочка хорошая. Тоже дома мы сосочку пьем, бутылочку наливаем в бутылочку. Без бутылочки никак. Так, эта бутылочка для Матвейки, а это для Евочки маленькая бутылочка. Новых бутылочек взяли, а то бутылочки у нас кончаются, да? Сейчас мама тебе ее кипятком отдаст и нальет тебе соку. Тебе соку надо или водички? Ну ты определись уже, что надо. Водичку или сок? А может йогурт? Мы с собой брали немножко йогурта, немножко бананчиков. Ну вот, брали с собой, девочки. Оладушек муж наложил. Положил, но, в общем, мы их так и не отведали. Заехали в пельменную и пообедали в пельменной. Матвейка у нас хорошо покушал. Да? А вот тебе папка бутылку принес. Даня тут у нас тоже пельмени наварил. Сейчас это все надо мне со стола убрать. Так, вот тебе сок. Сок, яблоко. Так, подожди, какое яблоко? А, нет, яблоко. Это. На, Евочке налить надо. Саша, на. К уме заехали, девочки. Она там пирогами нас угощала. Но я очень сытая была, так что не это. Не отведала. Она говорит, возьмешь с собой. Новую, что ли? Угостила. Ну, новую, да, кипятком обдай. Вот, у нас ужасная жара. Ужасная жара, девочки. Так что мы сегодня готовить ничего не будем. У нас есть пельмени, у нас есть оладьи, у нас есть пироги, у нас есть, в общем, да много чего есть. Вон, вареных яиц отец наваривал. С собой тоже брал вот так вот, прям, девочки, с солонкой все. Думали, мы поедим. Мы ездили с Мариной на прием. Вот, на прием, в магазин. Девчонки заезжали, хотели котел купить, в общем, не купили. Так, погода у нас немножко спрыснула. И все. Дождик у нас как не бывало. Матвейка просится купаться. Я говорю, сейчас. Сейчас мы пойдем на улицу. Мне надо со стола поубирать, потому что... Да, и пойдем купаться в бочке. Ну что, хорошая водичка-то? Хорошая водичка. Так, маленько, поверни на нас. Все. Нет, тут девочки на цветочки смотрели. Цветочки, девочки, красота. Погода у нас вообще духота просто. Немножко, конечно, спрыснула. Спрыснула, скажи, чуть-чуть, да? Матвейка, конечно же, залез купаться. Марина накупалась. Матвейка просился. Я говорю, сейчас мама поубирает дома лишнее все. И со стола, и вещи, и переоденемся. Да, умоемся. Да. Скажи. Машина там, бам, пойдем. У тебя машина плавает? Ой. Девочку хочу пюре покормить. Вчера девочки на прием ходили, нам поставили прививку. Слава богу, у нас прививка перенеслась замечательно. Ой, пюре у нас без сахара, груша с 4 месяцев. Я вчера немножко пару вот таких ложечек пластмассовых давала. Вот так вот, по чуть-чуть совсем. Яблочного пюре. Ну, она бы, конечно, больше кушала, но побольше я не даю. Потихоньку, каждый день. Начинают, конечно, с овощных пюре, но овощные пюре как-то не очень. Вес у нас
прибавляется на грудном вскармливании, слава богу, нормально. Так что можно и скажи немножко все равно, да, что-то, какой-то витаминчик. Да, тут порезала арбузик. Арбузик, скажи, да? Папа у нас сейчас... А, дай мама тебе умоет, лицо твое умоет. Водичка теплая, нагрелась за день, да? У нас уже что, почти вечер? Почти вечер. Время летит мгновенно. Мгновенно время пролетает. Ой, красота. Красота. Ну что, моя красотунька, будем пюре кусать, да? Папа соку наливал, она немножко попила соку. Ну, бутылочка без ручек не очень удобно. Мама, что это было? Что такая это помпа? Поливай на себя. Поливай на себя, да? Ну. Ой, котик-то где-то бегает у нас, маврикий. Вечерами и ночами орет. Невозможно прям. Ты что там кричишь, бегаешь? Чей ты? Раскричался. Так что сейчас Матвейка тут у нас накупается, да? Попозже вечером выходим, девочки, в огород, как обычно. В огороде работа, занимаемся прополкой травы. Днем Даня рвет траву поросятам. Муж порой косит, но сегодня некогда. Он сейчас поехал по делам. А мы остались, скажи, одни, да? Одни. Потом папка приедет, мы будем заниматься прополкой и поливкой. Поливаться будем. Мурзик, ты имей совесть, а. Ездили, девочки, на прием, про Марину не сказала. Вот. Ходили у нас к доктору, нам назначали лечение. Назначали, ну, при выписке из больницы нам назначили. Здесь его подкорректировали, оказывается, подкорректировали неправильно. Приехали сегодня, попали, слава богу, к более-менее. Не более-менее, а вот мне показалось, наш доктор, хороший врач. Все по полочкам разложила, все рассказала. Не каждый врач будет рассказывать и разлаживать по полочкам. Вот. И, в общем, подкорректировали. Да? Так что такие у нас дела, девочки. Ну. Так, отключаемся пока, да? Какие у нас тут цветочки, ароматище какое, да? Цветочки, ароматище. Надо пюре-то тебе? Да, да. Надо? Давай, Евочке, еще немножко дам вот. Чуть-чуть. Ну, хватит, да? Остальное Матвейка скушает, если будет кушать. В прошлый раз не стал. На, я говорю, Даня, ешь. Даня съел. Ну, будешь открывай ротик-то? Не хочу. Не хочешь? Да. А вкусненько. Так-то для кормящей мамы дали. Да. Что, Бета, заелся, что ли? Ну, все, мама, значит, съест, да? Мама съест? Да, съедай. Спасибо. Мама, что вкусно? Очень вкусно. Угу. Зря отказался. Может, скушаешь немножко? Не скушаешь, да? Не скушаешь? Ну и ладно. Время, девочки, похода за козочками. Пойдем, Матвейка, посуда. Ложиться не хочу. Ой, поехали, погнали, не погнали, хочет. Погнали. Пойдем козочек забирать, да? Все, папа Евоньку укладывает. Сейчас она еще сопротивляется вовсю. Ну так, разворачивай ее так потихоньку, я сейчас возьму ее. Выкатывай. Полола, девочки. Огурчики у нас тут. Вот зря огурцы мы тут посадили. Давай, несколько огурцов посадила, давай, но сейчас туда, давай, пока рвала вон эти кусты, поросятам траву надо было рвать. Вот, они уже к огурчикам пристраиваются, разрастутся, размахнатятся, будет много огурцов. Ну что, поросята будут прям с куста их жевать. За козочками идем. Саша, как эти цветы называются? Вот я забыла их. Но это не мальвы, мне кажется. Не помнишь? Какое кустище. У нас, девочки, небо. Ласточки летают, кричат, но дождя нету.
Отталкивайся хорошенько. Ты обувь-то неправильно одел. Я не знаю, ты ключ-то взял, нет. У нас обычно за козами ходит Даня. Данечка ходит, но Данечка наш гуляет. Давай сильнее отталкивайся, догоняй папу. Догоняй, догоняй. Вот так. Догоняй. Бегом побежал. Ме-ме-ме. Догоняй скорее. Уже в коляску не влазит ребенок. Ну, подрыгивает ножками-то, да. О, писали девочки, кстати, про прикорм. И насчет молочных кухон. У нас здесь раньше когда-то была, помнишь, Саша, да? Я помню, 90-х, это значит, подожди, у нас кто? Я кому-то ходила, может, Алинке даже, Алинка родилась в 95-м. 90-х, да? Она в 95-м родилась. Была у нас здесь молочная кухня. И помню, такой творожок нежный, вкусный. Вот. Кефирчик и молочко давали. Ну, у нас, девочки, молочко козье. Козье мы его кипятим и немножко даем. Ну, пока молока, в принципе, хватает. Ну, бывали дни, девочки, тут какие-то там события. Бац, как снег на голову эти события. Все, я понервничала, у меня молока меньше. Потом вроде восстановилось и получше. Молоко появилось, но муж все переживает, думает, что ребенок голодный. Ну и иногда кипятим. Мама, иди туда. Куда я должна идти? Туда идти. Ну, мы пришли Марту забрать. Марту и красавку нашу. Загрузили самокат. Да? Че, домой? Вперед! Ой, папа. И Матвейка спал. Смотри, стояли ели на привязи, а пузо вон наедены. Еще сейчас успевают домой. Бегут. Девочки, пишите, пишут там, да, то, что мы продали корову, и якобы коз у них сейчас, козы пойдут в расход. Коз мы не продаем. Они у нас стоят на продаже, да. Виталий не снял объявление с Авито. Но мы их продавать не собираемся, потому что у нас маленькие детки. Мамка, вот. Дай самока, дай. Ну, доставай, вытаскивай. Не могу. Не можешь? Ну-ка, что ты... Подожди, сына. Какой самокат? Палочку нам подгонять. Подгонять-то кто будет? Палку-то бери. Папа тебе сказал подгонять. Но. Вон палочка-то, ты ее бросил. Так что, самую главную, девочки, новость вам не сказала сегодня. Сейчас только вспомнила. Блин, ну, Матвей, ты вытаскивать не начал. Кто тут у нас? Ну, Евунька. Евонька, девонька. Лежит, девуська. Вот так, помощник, пастушок маленький. Не рассказала, девочки, самую главную новость. Виталь, про Виталю пишите, спрашиваете. У Витали все, слава богу. Виталя у нас устроился на работу. На работу в магазин. Я вчера была удивлена. Первый рабочий день. Вот. Это очень даже замечательно. Я говорю, сына, молодец, работай. Ну а что делать, девчонки? Многие дети работают, даже раньше, лет с 14 начинают работать. Где-то подработку какую-то ищут. Он у нас тоже здесь в школе. В прошлом году или в позапрошлом вожатым был. Вот. Какую-то небольшую денежку, в общем, заработал. Так что зарплата, конечно, там невелика. Ну, устроился он официально. Документы подал на поступление в несколько учебных заведений. Так что вот так, девочки. Прошел комиссию там бесплатно. Ну, комиссия не комиссия, девчонки, вроде он сказал комиссия. Справка, там какая форма какая-то, форма 86 или... Не знаю номер, в общем, девчонки. На дню столько событий, девочки, что все в голове не удержится, не запомнится. Так что очень даже я за него довольна. Я говорю, молодец, сын.
Так что такие дела у Витали. А мы сейчас, девчонки, пойдем управляться, доить, скажи, будем, да? Свежее молочко, чтобы утром наварить свежей кашки. Да. Вот, Матвейка кушает. Да все кушаем, мы любим кашу. Разную кашу на своем домашнем молочке, девочки. Так что вот так. Может быть, чего-то не сказала, не знаю. Пишите свои вопросы какие-то, а то много там всего пишете. Не на все отвечу. Который раз забываю, думаю, кому-то привет и передать. Допустим, да, вот девчонки писали. Передай там привет тому-то, тому-то. Девочки, забываю. Забываю, кто попросил. Потому что людей много. В WhatsApp пишут, да? Вот. В комментариях вы пишете. Плюс на Дзене пишут. В Телеграме. В Ютубе. Вот все почитаешь, голова вот так вот кругом. Вот. Читаю вечерами, вечерами, ночами. Ну а как? Конечно, я общаюсь с вами. И люблю очень даже читать ваши комментарии. Давай, давай. Гони скорей. Смотри, они как будто не наелись, а голодны. С утра вот привязаны. Да? И все. Ну так, что ты хочешь? Даня сегодня говорит. Мама говорит, они вообще, говорит, вот так вот они идут. Ну а что это? Ой, ух ты вам. Гони его палочкой, да подгоняй его. Вот. Не хотят, говорит, козел у них вожак. Он верховодит, он их ведет. И ведет, говорит, не туда, куда надо. Я говорю, ну что, сын, это козы, что ты хочешь? С коровами, говорит, ну, как он сказал. Вроде вначале сказал, что сложнее, а потом говорит, ну ничего сложного, я вроде как справлялся. Но вечерами отцу помогал загонять быка, корову. Ну, с козочками тоже помогает. Утром сегодня мы поехали с Мариной в больницу, а Даня козочек сам привязывал. Привязывал, поил. Ну вот, так что сейчас, девочки, будем доить. А я на этом с вами прощаюсь. Ну, надеюсь, что до завтра или до скорых встреч. Всем всего доброго, всего хорошего. Огромное всем спасибо. И пока-пока, девочки.